Свиньевская улица. Следующая остановка – метро Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, следите за сохранностью своих вещей и документов, не оставляйте их без присмотра. При выходе не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, не трогая их, сообщайте водителю. Ломоносовский проспект. Следующая остановка – улица Столетова. В общественных местах и при проезде в городском транспорте необходимо пользоваться масками и перчатками. Берегите себя и окружающих. Столетова. Следующая остановка – школа искусств. Школа искусств. Следующая остановка – Мичуринский проспект, дом 21. Уважаемые пассажиры, в избежании травм держитесь за поручни. Мичуринский проспект, дом 21. Следующая остановка – метро Раменки. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте их без присмотра. При выходе не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, не трогая их, сообщайте водителю.
Лубянки. Следующая остановка – Мичуринский проспект, дом 54. Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей, а за неправомерное использование социальных карт в размере 2500 рублей. За неуплату штрафа в течение 60 дней предусмотрена административная ответственность. Штраф в двукратном размере, либо административный арест, либо обязательные работы. Мичуринский проспект, дом 54. Следующая остановка – Мичуринский проспект, дом 58. Уважаемые